запишем. Так, ну, в первую очередь, наверное, по игре все-таки. Ну, первый период не в нашу пользу, поэтому так играть нельзя. А второй-третий, я считаю, проявили характер. И вот так надо играть, как второй-третий период, и эти предыдущие три игры. И тогда будет все нормально. Ну и, наверное, самый эмоциональный момент матча там, с Яковом, знаковым, что-то не поделились, так, что так получилось. Там, я провел силовой прием, считаю, чистый на контиоле. Они побежали вдвоем заступаться за него. Ну, пришлось защищать себя. Вот. Все, что могу сказать. Но просто в прошлых матчах не было видно такой агрессии, такого желания. Ну, я считаю, последние игры мы нормально играли, которые выиграли, начиная с сезонного дерби там в Казани. Поэтому, может быть, мы на правильном пути сейчас. Но я повторюсь, первый период так нельзя начинать. Когда на вас сразу два игрока Локомотива побежало, сразу по глазам поняли, с кем драться будете? Да нет, куда кто первый, там, я не знаю, там, на эмоциях все там. Козун-то он не дерется. Поэтому, там... Видите, что этот эпизод стал какой-то встряской эмоциональной, после которого там и гол забили, и как-то вы... Ну, хорошо, если так, что это была встряска, но просто... Надо выходить уже заряженными на игру, а не после каких-то там передряг там встряхиваться. Надо сделать. Ну, я думаю, можно, да. А что можно сказать по поводу календаря вот этого сезона? Потому что очень сейчас много выездных игр. В начале сезона было очень много домашних игр. В начале сезона нам тоже повезло. Поэтому здесь о чем говорить. Сейчас на выезде будем играть. Поэтому ничего. Разницы нет. Ну, в принципе, нет.